можем вам помешать? Вот и нападем. Вот и нападайте. Нет, ну мы серьезно говорим. И мы не шутим. Нападайте. А вы нам ничего не сможете сделать. Тем более нападайте. Чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать? А что вы можете сделать? А вот вы нападите, тогда и увидите. А вы заранее скажите. Нет, не скажем. А почему это? А по кочану. Мы сами еще до конца не решили, как мы ответим. Вот мы и говорим, что вы будете только болтать, а не ответите никак. И нам опять все сойдет с рук. Верно? Не знаем. Может, сойдет, а может и нет. Сойдет, сойдет. Мы знаем, что сойдет. Ну, раз так, то нападайте. Нет, вы сначала скажите. Нет, вы сначала нападите. А вот мы и не будем нападать, пока вы не скажете, как вы ответите. Ну и не нападайте, дело ваше, мы же вас не заставляем. Вот еще заставляем. Нас заставить невозможно. Мы великая держава. Мы вас и не заставляем. А что это вы такие хитрые? Вы что-то против нас готовите? А вот вы нападите, тогда, может, и узнаете. Фигушки, мы тогда не будем нападать. Вы не нападайте. Мы не будем. Не очень-то и надо. Подавитесь своей Украиной. Вот и славно. Значит, не будете нападать? Нет, не будем. Вот если бы вы нам заранее сказали, как вы ответите, тогда бы мы вам точно сказали, нападем или нет. Нет, заранее мы вам ничего не скажем. Ну, тогда мы и не будем нападать. Не дождетесь? Нашли дураков нападать. Ишь, что захотели? Или мы не великая держава? Великая, великая. Как не великая? Самое, что ни на есть великое. Великее не бывает. Вы что, над вами издеваетесь? Нет, нисколько. А то смотрите, мы ведь и напасть можем. Кто бы сомневался? Вы можете. Никаких сомнений. А, то-то же. А то, видишь, какие храбрые. Нет, нет, ну что, какие мы храбрые. Так, ничего особенного. Вот вы храбрые. Хорошо, что вы это понимаете. А то смотрите.